небольшая вам прогулка по центру. Сегодня слегка облачно. Так. Да, здесь очень красиво, конечно, возле оперного. Оп, смотрите, какой-то бокс сделали для этих, для фонтанчика. Давайте пойдем посмотрим, что ж там за бокс. Видели? Это я не знаю, для того, чтобы никто не украл. Или для того, чтобы не разрушили. А помните этого кота? Я вам уже показывал его. Живет возле оперного. Ну как ты? Утомленный он, видимо, слегка солнцем. Правда, в школе она мне нравилась. В школе мне все нравилось. Мы зашли в полирояль. Прогуляться. Эти кафешки работают. Людей не так уж и много. Да, видите, все какие-никакие монументы вот в таких вот кейсах деревянных из ДСП. Мы снова на Екатерининской улице. КТ-бродяга. Ну такой смешной. Ну что, ржавый кот. Ты здесь обитаешь? Возле Немо? Единственное место, где люди вот так вот могут нормально возле моря позагорать на настиле. В непосредственной близости с морской водой в Одессе. Ну вот ржавый кот, он тоже может здесь отдыхать. Но он, видимо, ищет пропитание. Кстати, чтобы вы понимали, вот это вот ведро возле мужчины и лужа, я так понимаю, что он зачерпывает морскую воду ведром и поливает себя водой морской. И загорает. Вот такой вот нехитрый способ освежиться этим июльским днем 2022 года.